Давайте теперь построим боковую выдохнуть. Для этого построим очерчивающие кривые. Так, и нужно решить, где она будет начинаться. Где-то здесь, в самый раз. Для этого мы сделаем трим всех внутренних вот этих поверхностей. И для того, чтобы построить вот эту выдавку, можно не строить дополнительную поверхность, а взять, сделать трим-конверт и перетримить. Существующий, то есть мы возьмем как раз лежащую на ней поверхность, с которой можно работать. Ну, вот так. Также можно здесь подтянуть кривизну. Немножко вот сюда. Видим, что из-за того, что мы сделали трим-конверт, у нас расположение CV-шек практически попадает в позицию, так как нам нужно. Если мы немножко дернем. Ну, скорее всего, придется перепроецировать просто. И тогда, я думаю, мы в позицию попадем точно. Уже 0. Project. Налим историю, спрячем мышь. И сделаем 3 заново.
все кривые. Пока спрячем наш слой кривых. Так. Дальше что нам нужно построить? Нам нужно построить вот эти внутренние поверхности, идущие туда. Да. Итак, это можно сделать простым способом. Драфтом. Небольшим углом. Единственное, что, конечно, мы не попали по высоте из-за того, что не учли вот этот радиус, который тут был. Поэтому можно сейчас вручную поднять. Вон до сих пор. И тут то же самое. Мы еще перетримим все. Так. Один. Драфт. Сделаем его 10 миллиметров. Мы не сильно попали в меш, но это уже я оставлю вам для исправления. Принцип, как это все должно работать, вы уже поняли, я надеюсь. И сделайте это без проблем. Так. Так, и давайте построим вот эту штуковину. Единственное, что, конечно, может быть.
состоянии наших крылок. Так, и таким же способом построим стенки туда. Давайте сделаем ретрим наших поверхностей с новыми кривыми. Так выглядит воздухозабор. Осталось всего лишь сделать филеты здесь, здесь и здесь, и все. Если вам понравился этот видеоурок, подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к группе в Фейсбуке и делитесь этим видео.